В Нижнем Тагиле на 90-метровом трамплине состоялся чемпионат страны, в котором приняли участие все сильнейшие летающие лыжники. С особым интересом следили болельщики за прыжками Сергея Сайчика. Серьезным соперником Сергея был Алексей Боровитин, который незадолго до этого стал чемпионом Лахтинских игр в Финляндии. Лучшим оказался 20-летний ленинградец Сергей Сайчик. Второе место занял Юрий Иванов. Лишь бронзовым призером стал Алексей Боровитин. Высоко отмечен и труд заслуженного тренера РСФСР Евгения Фомина.